Аллилуйя, народ Божий! Здравствуйте, наши любимые, дорогие! Слава Господу за нас! Аллилуйя! Слава Господу за дочерей и сыновей! За то, что мы сегодня можем присутствовать своими ногами, своими руками прославлять Господа Бога! Потому что Господь всегда и везде! Это верный Бог! И Он всегда нас встречает в доме своем, под своей благодатью. Господь, мы готовы славить Тебя, воздавать Тебе хвалу, почтение свое, Господь, возвышать свои руки, свои голоса, Господь, открывать свои сердца, Господь, в славе Твоей, меняться готовы, Господь, так, как Ты хотел бы, Господь, чтобы мы ходили, Господь, по путям Твоим, Господь, прославляя Тебя, Господь, и неся, Господь, Твое царствие в сердце, и сея его, Господь, по всей земле, Господь, каждого, Господь, ребенка Твоего. Аллилуйя, народ! Прославляй его во вместе, веселье в радости! Аллилуйя! Хвали Иисуса, народ! Прославляй его! Жизнь, смерть, я, жизнь моя навсегда.
пришел он в этот мир 2000 лет назад, чтобы спасти тебя, тебя и народ, уничтожить смерть и ад, в жизни твоей навсегда. Он нам дал дух радости, Духа Святого, умолил Отца Своего, чтобы Тот послал дух радости нам. Аминь. Так давайте возрадуемся. Oh!
Аллилуйя. Воздайте славу Богу. Поприветствуйте друг дружку. Скажите, как соскучились друг за другом. Да.